Привет, друзья и гости моего канала. В сегодняшнем мини-обзоре будет обзор на термос, который идет по акции «Подари любимым тепло и заботу». Акция проходит в первом и сейчас в текущем во втором каталоге 2022 года. Нужно разместить заказ на 50 баллов в первом каталоге и, соответственно, на 50 баллов и выше текущем во втором каталоге. И здесь же в этом во втором каталоге на втором шаге в корзину добавляется прекраснейший вот такой термос. Объем у него 500 миллилитров, яркая алая упаковка. И давайте посмотрим, что же внутри, как он выглядит все-таки вживую, не на фотографии, не на картинке, а внутри. Итак, достаем. Стильный термос. Упакован в шуршащую пластиковую упаковочку. Вот такой чудесный термос. А также вот это вот алое, здесь больше оранжевого цвета ободочек. И вот простенький, да, казалось бы, но красиво. Обычный, красивый, классический черный цвет, крышечка, которую можно использовать. Посмотрите, какое яркое дно. Апельсин. Просто вот цитрусовый апельсин, который располагает к чаепитию. Да? Хочется из него выпить согревающего глинтвейна или просто чая, травяного чая из такой вот чашечки. Здорово. И здесь тоже. Видите, вот она, пипочка нажимается. Что у нас здесь написано? Итак, смотрите, вот в такой вот позиции этот термос закрыт герметично. Если мы нажимаем вовнутрь кнопочку, она вот так щелкает, здесь получается, видите, отверстие открыт. Я сейчас налью специально водичку, и мы с вами посмотрим, как же это все выливается из данного термоса. Но давайте посмотрим, что же у нас внутри. Открываем эту крышечку. Здесь как раз дырочка, которая способствует вытеканию жидкости. Ну и, как всегда, это соль, которую везде добавляют, поглотитель влаги. И вот, что у нас внутри. Итак, я пойду сейчас налью водички, и мы с вами его протестируем. Итак, я в термос налила водички. Здесь у меня есть. И давайте проведем с вами эксперимент. Посмотрим, как же она выливается из термоса. Так вы его никак не нальете. Видите, ничего не капает. Все герметично. Нажимаем на центр термоса. Появляется отверстие. И наливаем, то бишь наливаем с вами горячий напиток, чай. Вот так все герметично. Опять нажимаем, и все у нас на месте. Горячее содержимое не выливается. Вот такой вот замечательный термос, который идет по акции. Надеюсь, многие в этой акции приняли активное участие и получили себе вот такой шикарный, классический черный, ярко-оранжевый термос для своих личных нужд. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, делитесь полезным видео в своих группах, в своих чатах, чтобы можно было видеть, как на самом деле выглядит этот термос в реальности. Потому что картинка – это одно, а когда человек видит непосредственно, как выглядит тот или иной предмет, ему хочется действительно его приобрести. Поэтому пока есть еще у нас с вами в запасе полных 2 недели поучаствовать в этой акции. Смело участвуйте, приобретайте. Приятного чаепития. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.